А куда мы идем? Where are we going? А, у нас же овощной рынок. Ой, слушай, корм, давай корм купим, корм, кукурузу. Когда мы пойдем назад, купим кукурузу. Что? Он нас увидел и зовет. Come back. Мы вернемся. Он не хочет, чтобы мы в другие магазины пришли. Нам ничего не надо особо. Мы улетаем скоро. Good morning. Мы скоро улетаем. Фотопартия. Only two people now. Uh-huh. Вот еще. Вот еще. Но здесь нет кукурузы. They have not corn. Да, мы у него купим. Зато здесь томата Moret. Здесь томата Moret. Мы у него купим томатов, значит. Более красненькие. А это всяческие хрустяшки. Сухарики. А там есть корм. They have corn. Да, но мы обещали ему, и мы пойдем туда. Так, друзья, когда я показывала, что мы купили терку, где Саши покупал пластиковые стулья, и кто-то мне написал: Ира, обратите внимание, наверху была гейзерная кофеварка. У меня есть фотопартия одна маленькая, но если здесь есть побольше, я куплю гейзерную кофеварку. Я, честно говоря, не обратила внимания, но кто-то на видео увидел. Сейчас, я не помню, в первой комнате или во второй. Так, друзья, сейчас я посмотрю внимательно, просто внимательно. Здесь я не вижу. Честно, не вижу. Сейчас я посмотрю в той. Это ведь... Так, подождите, это кофеварка, что ли? Может быть, это? Но это не гейзерная. Сейчас я вел чек. Я таких не видела. How to cook. It's a little bit different. What is it? How to make? Like Italian style. А, да, она, в принципе, гейзерная. Show me inside. Ну, это я поняла, да. Сюда кладешь кофе, туда воду, и здесь кипятишь. Да, значит, это такая. We have at home like this, but Italian friend gave. Да, да. Нам Ирочка из Италии привозила такую. How many grams this coffee machine? How many grams? Yes. No, inside water. How many coffee make? I don't know. This is one 4 cup coffee. Small 4 cup. Ну, no, грамм, наверное, 150. How much this? 800. Это 800 рупий. Стоит. А большая, bigger, how much? Bigger 950. Это 950, вот такая вот кофемашина. Так, а это? А это different. This 4, this 6, а, это yeah. Чашечки. Сколько чашечек делается? А это 9. Фарго. Ну, а how many grams inside? 6 чашек. How strong you want coffee? You put how much you like. Нет, water, 200. Покажи, ну покажи мне, вот, show me inside. Вот inside. Ну вот это вот уже... Small 4 cup, I think.
This is for 6 cup. They yeah, tell. Even small. Maybe they mean like black. Okay. Black, very black. Yeah. Какую лучше? Такую или вообще уже прям большую? Я ведь пью помногу. Вернее как, один раз, но... Я хочу такую. I want this big for 9 cups. 9 чашек по-индийски. Не, ну, друзья, это индийские 9 чашек. Show me inside. Покажи. Да. Open. ਬਾਲਿਆ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੀਸ ਵੱਡੀ ਲਾਰੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀ ਉੜਦਾ ਲਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦਰਜ они как бы итальянского стиля они как-то немного по-другому смотрятся. Майн пати every morning I drink 2 cups. Нормальные чашки я пью каждое утро 2. Не вот эти вот индийские 9 чашек. Да. Так, сколько здесь грамм? I think this half liter. Yeah, easy, very easy half liter. Да, давай такую. Better like this, папа. Я ведь сыра. Сейчас там ладно, субтитры сделаем. Бери большую. Я с маленькой, как бы мне вот то, что Иринка привезла, она мне очень нравится. Но там действительно оно как бы на 2 чашечки, а по-моему это для моего питья, это пол чашечки. Поэтому мне очень не хватает. И я начинаю, заряжаю. Потом опять приходится идти делать. Так. Графинчики. Конечно, не очень хочется обживаться собственностью. Мне все пишут, купите вот такое, купите сякое. Я держу себя в руках. Я стараюсь не сильно закупаться. Но все равно получается, что закупаюсь. А вот такие вот всяческие коробочки вообще необходимы. Это что за цена такая? Не понимаю. Вот Саши сказал купить клипы. Вот это надо. И может быть надо... вешалки. Сори! Can I invite somebody? Так, подожди. I have clip I found. Сейчас. Can I ask somebody tell me price this? We need few this. Вешалки. Ну а чего? From Apusa, что ли, тащить? Hello, и капит пусть покажет. Коврик. Вот такие чашечки мне нравятся. Ой, тяжелая, блин. Мне они нравятся, но тяжелые. No, this. No, this. Ye wala uncle 200 rupees darjan. 12 pieces. 12 pieces for 200. 106 pieces. How many you want? 106 pieces. This is big carpet or small? No, you don't need that small. For 106 pieces. Ну все, спасибо вам, дорогие друзья, что обратили внимание на эту кофеварочку. Я очень люблю кофе, для меня это прямо необходимо. Все, идем. Нет, не, я не куплю, все. Ты прям даже не переживай за меня. Я прямо, знаешь, как умею себя держать в руках. Может, кошачьим нашим нужны такие блюдечки? Ты даже не представляешь, какая я дисциплинированная. А сколько это стоит?
Так, друзья. Красота неземная, скажу я тебе. Ты у меня, дорогая моя, любимая Ирочка. Так, что еще, друзья? Давайте еще вы мне тут посмотрите пока. Вдруг на что-то обратите внимание. Я возьму с собой потом эту кофеварку, с собой в Путапарти. Так что... How much this coffee, coffee machine, cooking machine? Он хотел 1100 за эту. 50 рупий он дал скидку. 1050. Саши заплатил. Осторожно, держись за дерево, крепко держись. Not bad, not bad. Полицейские, police people, они за соком, за тростниковым, наверное. Корн. Но у него какой-то сухой какая-то, кукуруза сухая. Вот можно было в другом месте купить. Ладно, найди green. Ну, green corn. Yeah, I know, but I don't... This and this. Tomato. Yeah. Tomato, mostly better choose red. We don't want now. We choose near our home value. Хорошо. Get one. Two cucumber. And pumpkin. For soup. Okay. Да? Get one. I think even take two. Okay. This potato looks nice, mama. And one onion like this. Да, давай возьми. Чуть-чуть. Тыковку можно взять. Нет, вот this middle, this one. Один вот этот вот. And onion green. Egg. Да, one piece. Two piece. Давай two piece. And палак. Три штучки палака. Сделаем палак панир. And this. Все, бас. Да. Так, кукумбер. Вот такие смешные белые кукумберы. 335 грамм. Чуть-чуть, на 10 рупий кориандра. Китна? 150. Вот это все. Он говорит, я с вами поеду на каникулы на эти, вот что вы улетаете. Он говорит, бери жену. Он говорит, жена со мной. Maybe normal rickshaw take for both of us. Он говорит, я тебя отправлю на байк рикше и тоже себе возьму байк рикшу. Нету здесь байк рикши и обычных рикшей. Я говорю, может, на обычном поедем? Мне привычнее. Боюсь я, пугливая. Китна. 40 рупий. Ой. Так, как тут? Сейчас я разберусь, ага. Окей, thank you. Все. Я в плечо ему вцепилась. Говорю, нормально? Нормально. Будем репетировать, тренироваться пока. На
Молодец, женщина. На, пойди. Шаши умчался. Now slow and left. Туда. Да. Хорошо. По 50 каждому. Thank you, thank you. По 40 они просили. Brother? А, это дом его. Бау. Вау? Name? My is Рамкишна. My brother is Бау. Бау. Хорошо. Это дом его брата. Брата зовут Бау. Вот. Ну хорошо, это зажиточная семья получается. Все-таки земля, дело такое дорогое, особенно тут в Гоа, в курортном месте. Хозяюшка пришла, убирается она у нашей соседушки. С ребенком пришла, видимо. Он говорит, тебя кто-то зовет. А, маленький. Ты сегодня пропустил свой завтрак. Сейчас я тебе дам молочка. На. She afraid she want to go to the car. Она хочет к машине. Darling, check on the roof of dry. Иди на крышу, а то опять дождь пойдет. У нас так никогда не высохнет. Забери белье. Bring everything. Давай. Пока тебя тут никто не рассекретил. Пей молочко. А я тут постою на шухере, чтоб тебя собаки не обидели. Никого нет, ешь спокойненько. Иди на крышу. О, не понял. Это что такое, а? Иди, иди гуляй. Чалу-чалу-чалу. Сейчас она пойдет и рассекретит этого малыша. Объезд. А он все наелся. Хорошо, ага. Not dry. Fall down from me in the water again. What fall down? One shirt might fall down in the water. Окей, ага. Let me get my shirt. Давай.
Она прям уже, пока я переодевалась, нагло домой зашла, залегла там. Ты так не делай. Вообще. Ага. Да, да.